вот на последней страничке есть перечень наших клубов. Вот Сергей Чернявский, ну я так сейчас быстренько буду знакомить, потому что вы очень много проведете. Это с кем вы еще не познакомились. Инна Гадзинская, они давно сотрудничают вместе, а вот тут вот будут сотрудничать еще и в сфере вот такой тренинговой. Там у них много должностей, но это не все должности, которые мы... у них больше должностей, чем те, которые тут указаны. Ну, они, наверное, когда будут представлять себя, сами скажут о своем бэкграунде, о своем опыте, потому что он у них действительно очень большой. Это действительно очень опытные газетчики, которые постоянно работают в поле, которые не только сами пишут, но которые опытные менеджеры, опытные организаторы процесса того, вот как делать газету. У нас будут еще отдельно вот такие вот блоки, когда будут знакомить с педагогическими новациями. Я уже назвал Андрея Елькина, Александра Макрокус, Галина Дегтярева. И будут вот действительно представления медиапедагогов украинских о том, как они уже проводят процесс обучения медиаграмотности, как он идет в разных регионах Украины, какие есть новации, какие есть кейсы, которые можно внедрить в других регионах.